Нашли убитой. Под Черкасами полицейские обнаружили тело пропавшей 4 дня назад Ирины Чуприны. Женщина работала таксистом и в ночь на 8 января бесследно исчезла. Родственники знали, что Ирина в 4 утра взяла пассажиров до города Смело, после чего с ней прервалась связь. Автомобиль таксистки нашли в пригороде Черкас уже на следующий день после исчезновения, а ее тело с ножевыми ранениями обнаружили только сегодня в лесопосадке в 18 километрах от областного центра. И сегодня же задержали возможных убийц. Ирина, это 20-летний парень и девушка, полиция открыла 2 уголовных производства по статьям убийства и незаконное завладение транспортным средством. Правда, родственникам Ирины до сих пор не предоставили никакой информации об обстоятельствах ее смерти. Нас досі не повідомили. Я так розумію, що усю вичерпну інформацію мені треба шукати з інтернету 24 часи на годину. І... мабуть, судове слідство і все інше я буду шукати в інтернеті, судячи з того, як хочу з нами спілкуватися. Про причину смерті і який характер тілесних ушкоджень, ми на сьогоднішній день розуміємо їх, але ми зможемо говорити лише після заключення судово-медичної експертизи.